Итак, народ, привет! Можно сказать, что ловля певчих птиц сезон 2021 подошла к завершению. Ну-ну, продолжай! Ждем теперь уже осеннего сезона. И что же делать, спросите вы? Спросите. Что же делать? А мы сегодня с вами пришли в это новое место для того, чтобы половить певчих птиц на что? На что? На... Да ни на что, ребят, мы не пришли ловить этих певчих птиц сегодня. Совершился сезон по ловле певчих птиц весенний. Единственное, что возможно, мы с другом еще выйдем, половим одну птицу, которая только сейчас прилетела, и то, скорее всего, что никто оставлять ее себе, наверное, не будет. Хотя, в принципе, возможность в этом, в принципе, есть. А сегодня, ребят, вы услышите и увидите то, что вы услышите и увидите немножко дальше. Смотрим продолжение видео дальше.
Ну что, ребят, все, послушали, подышали свежим воздухом, природа отличная, птицы поют, красота. Жаль, что я не вышел рано утром, утром здесь было мокро, и нужно было погулять вот с утра с собакой. И два дела сделать сразу бы не получилось, поэтому я немножко вышел позже. Возможно, будет еще невозможно. Дальше будет выходы так же само по пению птиц. Мы будем брать с вами каждую птицу по отдельности. Я хотел дать некоторое количество птиц сразу, но решил, что нужно оценивать каждую птицу одну по достоинству. Что сделаете вы? Вы оставите под комментарием, который я закреплю выше, свое пожелание по поводу этой птицы и, соответственно, оставите оценку от 1 до 5 за пение этой птицы, которую вы услышали сегодня. Все, всем пока, как и так, продолжение видео будет.